Я буквально минуту займу, чтобы показать интересную штуку. Ну, может, кто-то ее видел уже, товарищи, кто не видел, рекомендую посмотреть. Это букмаркет, так называемый, такая штучка, которая позволяет перетащить на панель закладок, например, и нажимать как кнопку. Сейчас я продемонстрирую, как она работает. Устанавливается она с сайта Mapcraft на Node.js.ru. Правда, не напрямую, нужно иметь ссылку на нее. На форуме она выложена, но в принципе можно спросить у тех новичков. Вот. Есть такая кнопочка, ее надо перетащить на панельку, и теперь ее можно нажать на любом сайте с картой. Поддерживается Google Maps, Яндекс.Мэп, Bing Maps, 2GIS, OpenStreetMap и Wikimap. И еще в качестве бонуса встроенная карта ВКонтакте. Если нажмете эту кнопку на любом из этих сайтов, вы производите переход на OpenStreetMap.ru в это же самое место. Например, посмотрим на Bing. Где у них тут карты? Ну, да, не очень быстрые. Потом куда-то задумились. Сейчас. С трудом. С большим. Вот, если мы сейчас нажмем эту кнопочку, он нас перебросит на OpenStreetMap.ru. Что-то непонятное произошло. Зайди на Google там. Да, давайте на Google хотя. А, может быть, что-то поменял у себя? Буквально за неделю. Так, где у них карты? Почему этот вопрос вообще возникает? А, с Google есть своя специфика, там нужно иметь ссылку на страницу в адресной строке. Мне не получилось расковырять XGS, там все в замыканиях, это все сложно. Поэтому это работает только если перейдете по ссылке на Google Maps. Всех остальных это работает динамически. Вот, если перейти по такой ссылке, откуда угодно на Google, нажмите кнопочку, вас так и перекинет. Вот так это выглядит. В это же самое место. Вот, на Bing, блин, почему не получается? Еще раз. А для жестокома порта она тоже есть? Какого порта есть, да. Там вообще все просто. Это очень полезно. Да. Ну-ка, сейчас даже проверим. Собственно, этот букмаркет давно был написан, просто он сломался, и я его, наконец, починил. И он теперь обладает большими возможностями. Тоже ВКонтакте, например. Ну, вот какой-то островок у нас тут возле Канады. Нажимаем, и нас перекидывает сюда же. А сейчас можно просто в адресной строке комнату поменять. Да, сейчас да, но кнопочка быстрее. Сейчас формат это адрес. Да, все правильно. Ну, собственно, это все.